Всем привет, вы на канале Temp of Play, на связи Игорь, продолжаем играть в Warcraft 3 Reforged, бонусную кампанию. Залив яростных волн. Высвободи мою силу. Я готов к охоте. Я взял след. Ну что? Неплохо. Что нас ждет? Не парься. Добыча близко. Где враги? Звери смелее, не лгут. Юное создание. Ишну пора. Несомненно. Высвободи мою силу. Ноют старые кости. Не ожушь, амен. С радостью. С радостью. Ладно. Только скажи. Что нужно? Звери не лгут. На нас напали! Меня ведет инстинкт. Наши пути пересеклись. Я всегда один. Учуял. Где враги? Что нас ждет?
Я всегда один. С нами, Мать-Земля. Несомненно. На нас напали! Я готов к охоте. Наши пути пересеклись. Что нужно? Кого убить? Нет проблем. Говори. Ну что? За наши племена. Немедленно. Куда идти? Хитро придумано. Добыча близко. Кого убить? Тастинго. Что нужно? Смелее, юное создание. Не парься, расслабься. На нас напали! Здорово! Надвигается буря. Добыча близко. Учуял. Меня ведет инстинкт. Говори. Здорово! Мать-Земля. Освободим эту силу. Где враги? Смерть врага! Ноют старые гости. На базу союзников напали. Ну что? Нет проблем. Смелее, юная
Звери не убьют. Кого убить? Здорово! С нами, мать-земля! Недостаточно мана! Говори! Надвигается буря! Вызвать! Расслабься! Я взялся! Кого убить? Ядро придумано! С нами, мать-земля! Я готов к охоте! Не бойся! Расслабься! Надвигается буря! Говори! Нет проблем! Ядро придумано. Смелее, юное создание. Куда идти? Смелее, юное создание. Кого убить? Здорово! Не парься, расслабься. Ною, старый гость. Говори. Надвигается буря. Куда идти? Нет проблем. Высвободи мою силу. Кого убить? Дастинга. Говори. Дастинга. На нас напали! Привет! С нами, мать-земля. Отомстим за Зол'джина. Звери не лгут. На нас напали! На нас напали! Да хранят меня предки! Смелее, юное создание! Добыча близко! Не парься, расслабься! Хитро придумано! Я готов к охоте! Наши пути пересеклись. Надвигаются недостаточно маны. Куда идти? Недостаточно маны. На нас напали! Не парься. Куда расслабься. Нет проблем. Что нас ждет? Говори. На нас напали! Ноют старые кости. Где враги? На нас напали! Здорово, звери! Не лгут. Куда идти? Нет проблем. С нами, мать-земля. Волчья тропа ждет. Добыча близко. На нас напали! Высвободи мою силу. Говори. Хитро придумано. Да, Стинго. На нас напали! Расслабься! Кого убить?
Волчья тропа ждет! На нас напали! На нас напали! Я готов к охоте! Надвигается буря! Кого убить? Хитро придумано. Я готов к охоте. Смелее, юное создание. Не парься, расслабься. На нас напали! Говори. Да, смелее, юное создание. Волчья тропа ждет. Что нас ждет? Зверь вырвался наружу. Добыча близко. Ноет старый хвост. На нас напали! Что нужно? С нами, мать-земля. Не парься, расслабься. Волчья тропа ждет. Звери не лгут. Надвигается буря. Смелее, юное создание. Говори. На базу союзников напали. Здорово. Отведай стали. Отомстим за Золжина. Взять. Волчья тропа ждет. Куда идти? Вылечить право и не то. Нет проблем, мать-земля. Несомненно. А, их застранец пришел. Где он тут? Пути пересеклись. Вот он. Он наезд. Я добивал к охоте. Зверь говорил рук. Да, стена. Нами, мать-земля. Куда идти? Добыча близко. Не бойся, расслабься. Надвигается буря. На нас напали!
Кого убить? Здорово! Роль старый, пусть говорит. Не бойся. Давай, пей, 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 пей. Нет проблем. Юное создание. Отомстим за Золджина. Высвободим его силу. Что нас ждет? Я всегда один. На нас напали! Он чуял. Меня ведет инстинкт. Ну можно его это. Я взял след. Коготь и клубь. Смелее, юное создание. Кого убить? Хитро придумано. Достинго. Туда, 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 туда. Освободи мою силу. Она напали! Наш герой ноет старый кост. Смерть у нас это не шутка. Где он есть там? Наши пути пересеклись. Куда идти? Надвигается. Я готов к охоте. На нас напали! Надо, мне нужно замок уничтожить, получается, и все, и мы выиграли. Звери не лгут. Меня ведет инстинкт. Надвигается буря. А нас напали! Смелее, юное создание. Добыча близко. Наш герой убит. Не бойся. Расслабься. Я бегу, что даже нельзя прекратить. Природа. Ну ты сволочь такая. Нет, правда, не мать земля. С радостью. Ноют старые кости. Кого убить? Хитро придумано. Дастинго. Ноют старые кости. С нами, мать земля. Куда идти? Нет проблем. Я успел. Наш герой. Хитро придумано. Здорово. Говори. Дастинго. Здорово. Сволочи. Наш герой убит. Чуть-чуть осталось. Смерть. Не дали мне. Это добить. Не шутка. Ясно. Что там у тебя? Наберем войск. Немножечко. Высвободи мою силу. Этих нельзя. Сорок из сорока. Ну чё смотришь? Раздавлю! Я готов к охоте. Волчья тропа ждёт! Мишу вызови. Куда идти? Охранят меня предки. Звери не лгут. На базу союзников напали! Что там у тебя? Чё нападают говнюки? Добыча близко. Я взял след. Я всегда один.
наши пути пересеклись. Да. Я всегда один. Что нас ждет? Все, он готовлен. Звери не лгу. Замок его снес. В принципе, можно не уничтожать даже. Смелее, юное остальное создание. Что нас ждет? Мы все смотрим. Я готов к охоте. Высвободи мою силу. На нас напали! Паршивая дворняга! Сохранят надвигается буря. Наш герой убит. Добыча близко. Смерть — это не шутка. Говори вот. Звери не лгут. Высвободи мою силу. Я готов к охоте. Надвигается буря. Недостаточно маны. Что нас ждет? Тебя добить и все. Опа. Охранят меня предки. Волчья тропа. А тебя не убьешь, наверное, уже. Добыча близко. Они даже не трогают его. Наш герой убит. Так, герой. Я слышу. Здесь еще остался. Здесь у нас. С нами, мать земля. Верно. Не ожужь, амен. Где враги? На нас напали! Мой был сложнее нападать. Хотя ближе. По факту сюда. Вместе снести замок. Ноют старые кости. Он не хочет даже убить почему-то. Так, чтобы не бежать, нам быстрее будет так. И вернемся мы к Тралу. Появляйся, давай. Смелее, юное создание. А что это он здесь появился? Смелее, юное создание. Ну, окей. Ишь, ну пора. Или не обязательно всем троим. Свободимую. Да, не обязательно всем троим туда бежать. Что нас ждет? Трал нас ждет. Где он тут? Я взял след. Вот он. У нас там даже кто-то строится. Что нужно? Хотя по факту здесь нечего уже строить. Вперед! Ну чё с... Показывают нам, как бы победили. Бегут, бегут, бегут. Тромка, вождь. Мы выбили войска Альянса с Большой Земли. Но адмирал Праудмур сумел уйти. Бежал он, гад. Вместе такой. С остатками армии он укрылся на острове Террамор. Боюсь, война на этом не закончится. Пока адмирал Праудмур жив, он не оставит нас в покое. Мы должны продолжить наступление и взять Террамор в осаду. Надеюсь, Джейна в безопасности. Она не в ответе за поступки своего отца. Но у нас нет выбора. Мы должны захватить эту крепость. Ее крепость. Я думаю, он не одобрит. Получается, что если мы убьем ее отца, она будет не в восторге, конечно, отношения может даже испортиться.
Ну, а что нам придется делать? Только остается. Ладненько, продолжить тогда уже. Это будет следующая серия. А на этом все. Спасибо, что смотрели. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайки, всем удачи и пока.